Т-образные соединения образуются, когда одна из шпонок уже установлена, а вторая примыкает к ее боковой поверхности. Сейчас покажем, как выполнить такое соединение. Для выполнения этого соединения нам понадобится стандартный набор оборудования. Для начала подрезаем углы и крайние анкерные элементы на верхней гидрошпонке. Скругление острых углов позволит лучшим образом сварить гидрошпонки, а подрезка анкеров выполнить плотное соединение. Далее выполните разметку на нижней гидрошпонке. Удалите анкерный элемент в соответствии с разметкой. Важно! Обязательно снимите фаску с торца гидрошпонки, на поверхности которой удалили анкерный элемент. При необходимости удалите остаток уплотнительных анкеров. Важно, чтобы срезы анкеров оказались плотно прижаты друг к другу. Приваривать заготовки начинаем с плоской части, используя латунный ролик. После сварки плоской части переходим к сварке анкеров. Сварите анкерные уплотнители. Разогрейте материал до равномерного оплавления. Зафиксируйте края анкеров, плотно прижимая их друг к другу. Важно! Обязательно используйте термоустойчивые перчатки. После остывания выполните проверку качества сварного шва.